Приветствую вас. И вы знаете, то, что я хотел бы вам сказать, а может вам не понравится. Дело в том, что ваш вопрос по поводу того, можно ли надеяться на то, что мужчина захочет серьезных отношений, таит в себе некую ложную посылку. Я поясню, какую. Вы говорите, что у вас с ним есть интимные отношения. Мужчина считает, что если у вас есть интимные отношения, то значит, это и есть те серьезные отношения, которые можно с вами иметь. Понимаете, если вы, желая серьезных отношений, условно говоря, соглашаетесь на секс, тогда, когда мужчине удобно, при том, что он вам говорит только то, что вы ему нравитесь, и не более того, да, то это, к сожалению, будет восприниматься мужчиной так, что большего от вас ожидать не приходится. То есть, иными словами, если вы хотите серьезных отношений, то не очень понятно, почему, желая их, вы позволили себе вступить в интимные отношения. Ведь серьезность отношений, показывает уровень и степень близости между людьми. И если вы уже настолько близки, чтобы заниматься сексом, то мужчина, скорее всего, вас, как серьезную женщину, достойную того, чтобы он вас, например, завоевывал, чтобы он вас добивался, не считает. А зачем? Ведь вы уже ему даете все, что ему нужно от вас. Зачем еще что-то в этой ситуации? Зачем ему как-то еще больше нести ответственность за вас, если и так он уже имеет все, что ему хочется? Я думаю, что не надеяться на то, что у вас отношения станут более серьезными, не стоит до тех пор, пока мужчине будет выгодно то, что есть сейчас. Между вами, вот если вы скажете, например, своему мужчине о том, то вот ты знаешь, дорогой, я поняла, что не хочу больше иметь с тобой интимные отношения без обязательств. Я хочу или чтобы мы были вместе, я хочу быть твоей девушкой, твоей женой, или не хочу быть никем. А вот так вот встречаться просто ради секса меня не устраивает. И в этом контексте вы обозначите свою позицию, как это ни страшно. И обозначив свою позицию, вы, по крайней мере, получите обратную связь от мужчин. Какая это будет
обратная связь, можно, конечно, только догадываться, потому что мужчина может сказать вам что-то вроде: а чего это ты вдруг захотела чего-то серьезного? Раньше тебя устраивало, а сейчас вдруг перестало устраивать, да? Вот, почему вдруг так? И просто-напросто, как бы, даст вам отворот-поворот. Мужчина может сказать и другое. Что-то вроде того, что начнет обвинять вас и говорит, что вы специально его заставили быть с вами в отношениях, чтобы потом принуждать к тому, значит, чтобы он вам что-то давал. Такая ситуация тоже возможна. Ну и наконец, мужчина может действительно начать что-то делать для того, чтобы вы увидели, что он не использует вас. Понимаете? И в первых двух случаях, это нужно четко понимать, что в первых двух случаях вы получаете негативную реакцию мужчины на то, что, в принципе, нормально и естественно, на то, что вы имеете полное право. По сути это дело. И в этом случае вы просто подтверждаете себе то, что мужчина вас всерьез не воспринимает. И тогда уже вам решать, будете вы принимать от него подобное или нет. Это исключительно вопрос вашего выбора. Ну а если человек будет к вам относиться позитивно, то есть позитивно воспримет то, что вы ему сказали, то тогда ситуация заключается в том, что мужчина просто не осознал, не понял того, что вам нужно, и пребывает в добросовестном, как говорится, заблуждении относительно того, чего вы от него ждете, чего вы от него там хотите, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в заключение я бы хотел задать вам такой вопрос. А почему вы выбрали значит, мужчину старше себя на 20 лет? Чем продиктована подобная позиция, чем продиктован подобный выбор? Почему вы позволяете мужчине собой пользоваться, а это пока выглядит именно так, что вы позволяете собой пользоваться мужчине? Что заставляет вас это делать, и как вы видите дальнейшую свою жизнь, дальнейшее свое развитие с этим мужчиной? Я хотел бы, чтобы вы постарались вот это для себя как можно лучше определить, потому что именно исходя из того, чего вы хотите, можно будет отталкиваться в дальнейшем для того, чтобы помогать вам выстраивать
здоровые, равноправные, а главное, устраивающие вас отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.